Всем привет. Сложилась вот такая неприятная ситуация. У нас привезли ребятам под Лиман машину 95-я бригаде. Едем обратно. Остановил на посту Гнитько Дмитрий Александрович. Составляет протокол, так как у меня нету категории на лафет. Ну, по сути, по закону, да, я не прав. Но одно дело, если бы я возил с Одессы американцев, и это какая-то коммерция была, а так я на этом лафете вожу машины пацанам на передовую. Ты же скоро лопнешь, блядь, распух. Возьми это. Свинья, блядь, самая хуятина. Да ты с**и на себя. Говно, блядь, ёбаное. И так как он меня повторно штрафует, эта гнида хочет забирать у меня права, хочет забирать лафет. А заберет лафет в понедельник, наши ПВОшники под Херсоном тоже останутся без машины. Такая вот закономерность.